Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Концерт «Реквием», посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого, тронул публику до глубины души. Постановку представил молодежный театр «Крылья» под руководством Ольги Кабецкой. Артисты по-своему интерпретировали стихи и песни культового автора, а шоу-группа «Крылья» дополнила выступление динамичной хореографией. На большом экране зрители смотрели документальные кадры о жизни любимого актера Барда. Авторам постановки удалось показать зрителям Высоцкого во всей его многогранности. В программу вошли самые разные произведения – юмористические, драматические, философские. Слушай, нас, послушай, нас все глуше, глуше.